Андрей Гальчинский. Здравствуй. Человек, который организовал сегодняшнее действие, сегодняшний праздник для мотоциклистов, автомобилистов. Андрей, расскажи, пожалуйста, сам, что здесь происходит и, в принципе, все в подробностях. Сегодня у нас здесь, в Одессе, проходит 7-й этап национальной серии за кубок ФАУ по автодрагрейсингу и первый официальный кубок Украины по мотодрагрейсингу. Собралось у нас сегодня 40 участников зарегистрированных. Это реально круто, классно, что в Одессе в очередной раз проходит уже вот такое мероприятие, как драгрейсинг официально здесь, в Одессе. Я так понимаю, кроме одесситов, которые, в принципе, любят покатушки, у них очень много техники. Я видел автомобили не только из Украины. Действительно, сюда приехали сегодня из Приднестровья. Естественно, вся Украина, я здесь видел, из Донецка, Днепропетровска, Харькова, Винницы, Киева людей. В общем, как обычно, драгрейсинг собирает всю Украину, а то и, видите, Приднестровье, Молдавию. Скажи, пожалуйста, основная борьба проходит между Киевом и Одессой, насколько я знаю. Это, можно сказать, ведущие города по заряженным автомобилям, если не считать Харькова с его суперзаряженными тазами. Реально, именно так. Сегодня будет борьба между Киевом и Одессой. И Харьков, я думаю, тоже подключится, потому что есть BMW с Харькова. Хорошие ребята приехали заряженные. Так что, я думаю, сегодня у нас будет хорошо. Андрей, большое тебе спасибо, что ты организовываешь такие мероприятия. Участник ездит на вот этом замечательном желтом автомобиле. Пожалуйста, представься. Меня зовут Анатолий Петрощук. Живу в городе Одессе. Постоянно посещаю эти мероприятия. Есть еще спортивный автомобиль класса ProDrag Tavri. Ее знает вся Украина. Самая громкая, красненькая, Толик и Толик. Мы себя представляем. Ну, как бы, Одесса. Спасибо всем, что приехали сюда. Нас посетили. Разбавили немножко, как говорится. Тоже нам этап небольшой дали. Благодарны Гальчинскому, благодарны Виннице за организационные процессы. Питание Skyline наших генеральных спонсоров. Мы продолжаем интересоваться у пилотов, кто они, что у них за машины. И следующий участник – это пилот замечательного Nissan Skyline. В двух словах о себе, о своей машине. Зовут меня Танцюра Сергей Борисович. Возраст, можно мой сказать, не указывать. Пусть все догадаются, это будет интересно. Машина – обыкновенный седан, который был интегрирован в ГТР. Мощность предполагаемая где-то 600+. Едем первый год, первый раз. Надеемся, что на первый раз будут хоть какие-то там результаты. Не знаю, как бороться с монстрами, но буду надеяться, что повезет. Может быть, опыт, возраст, не знаю, будем молить Бога. Как известно, борьба опыт против возраста — это самая интересная борьба. Сегодня против вас ездили молодые пилоты. Время, кто какое показал, кто был лучший, кто первый, кто последний, покажет только лишь почет, награждение, а также система штрафов, поскольку это профессиональное соревнование. Скажите, какое время лучшее у этого автомобиля и у вас лично? Мы выступаем как команда. Это мой сын Дима Мартынюк. К сожалению, его машина в этом году потерпела неудачу, поломалась. Мы сейчас вдвоем, наши все усилия, всякого рода материальные и умственные, бросили в эту машину. Лучшее время этого автомобиля вне чемпионата показали мы 10.76. Сегодня во время аварии время было 11.02. Я показал 11.30 с чем-то. Надеюсь, что квалификацию топ-8 мы пройдем. Я искренне желаю вам удачи.